Дорогие друзья, разрешите мне от вашего имени поблагодарить наших гостей. Спасибо вам за те огромные эмоции, потому что, находясь в зале, я видел, я слышал, как поют ваши песни. Я видел у многих слезы на глазах, потому что это ваш праздник, это ваша победа, то, что вы живы. Я хочу поздравить всех афганцев, десантников. Сегодня приехали люди с многих других городов Молдовы, не только бельчане. Спасибо вам за вашу порядочность, спасибо вам за вашу победу. И вы знаете, благодаря афганцам исполнилась где-то моя мечта детства, потому что на ваших песнях выросли уже даже поколения, можно сказать. Поэтому я сделаю все, чтобы вы в Бельцах бывали как можно чаще. Огромное вам спасибо. Вам здоровья, успехов и всего самого доброго. Будьте здоровы.